отдых. Кто-то на лодке плавает, тут а русалочки какие-то плавают. Вот смотрите, меня на лодке везут. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Покатались на лодке на халяву. Всем привет, ребятки, с вами Никита ТВ Геймс. И мы продолжаем играть в рыбку-обжору. Как вы помните, в прошлом видео мы уже играли за дельфинчика. И сейчас будем продолжать выполнять наши уровни. Так, что нам по дельфинчику надо скушать? Так, какой-то корм, да? Я смотрю, он кушает. Или что-то. А, это кокосики, ребята, это кокосики, точно. Мы поедаем кокосики. Ух ты, сколько тут кокосиков. Так, не будем терять время, что я долго раскачиваю сильно. Я кокосики, иди сюда. Так, все кокосики скушаем. А, тут еще одна, смотрите, лужаечка кокосиков. И давай сюда кокосы, и туда кокосы, и здесь. Ай, плохо выпрыгнул. Я промазал. Это все кокосы не съем. Ну, да что такое, ребята? Что-то сегодня мой дельфинчик плохо плавает. Вернее, плавает хорошо, но я что-то промазываю. Так, давай, поедай кокосики, поедай же. О, отлично, уже немножко подросли бы. А, нам надо задание, смотрите. Задание 100 кокосов скушать. 100 кокосов скушать. Ну, да что такое? Смотрите, вообще ни одного кокоса не могу скушать. Так, надо скушать 100 кокосов. Я скушал 80. И разгон. Опа. Еще один разгончик есть. 92 кокоса. 95. Есть, ребята, 100 кокосов. Что, идем дальше? А. Не, уровень, наверное, будет долгий, потому что мне надо прилично вырасти. Смотрите, какой маленький у меня дельфинчик, да? А, давайте на глубину пойдем. А нет, тут очень... Там на глубине какая-то очень большая рыба для меня еще. Так, водолазик. Водолазик, отойди пока. Я до тебя еще не добрался. Я еще до тебя не добрался. О, смотрите, пещерка есть. Пещера полная водолазов. Ничего, сейчас я подрасту и пойду в ту пещеру, всех там накажу. Так, давайте. О, все отлично. Первый этап роста сделан у нас. Так, давайте тут еще поедим эту рыбку. Побольше поедим. И сейчас будем, я так понимаю, переключаться на водолазов. Так, давайте здесь этих рыбешек. Не, ну смотри, уже дельфинчик у меня такой стал приличненького размера, да? О, смотрите, что у нас тут. Какие-то спасательные жилеты. О, нам тут мальчики спасательные жилеты кидают. Может, спасательные жилеты будут более питательны? О, я уже могу скушать мальчика, но я не могу просто достать его туда наверх, выпрыгнуть. А водолаза? Есть, водолазы тоже кушаются. Так, давайте. Пойдем на глубину. И дну. Кто еще? Кто еще против дельфинчика? Как туда вот забраться, ребята? Сейчас мы заберемся. Блин, опа! О, вы видели, какой прыжок был, а? Давайте еще раз. Ай, не получилось. Не получилось, поэтому просто покушаем рыбешку. Вместе с водолазиками. Так, давай сюда идите. О, классно выпрыгнул. Опа, нет, пока не могу достать их. Пока не могу достать их, ребят. Ну ничего, мне, я думаю, хватит и этих водолазиков. Да? Смотрите, ребята. Вы видите, как расширилась зона? То есть мой дельфинчик уже стал очень большой, и теперь я буду, понимаю, так поедать более большие объекты. Смотрите, какие мы делаем прыжки. А где все? А вот они все, ребята, на глубине.
Все на глубине. О, смотрите, какие тут тоннельчики. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, еще раз, ух ты. Какие-то мы едим батискафы, да? Эй, иди сюда, батискаф. Все, уходим, уходим отсюда. Мне надо эти съесть обязательно машинки. Как-никак. Они нам дадут больше роста. Ну, чуть-чуть, финиш, финиш. Последняя финишная клина. Что тут еще осталось? Что там плавает? Есть, съел. Обидно. Нам уровень не засчитан был. Вроде мы уже приближаемся к водичке, не? Есть. Все, мы в водичке. Значит, поедаем наших рыбок. Ну. Что? Да. Какой-то дельфинчик у меня стал. Плохо меня слушает. Я ему хочу вот показать эту рыбку, а он куда-то вырулевывает не туда, куда надо. Давай, дельфинчик, нормально поедай всех. И переходи на того самолета. О, самолет меня хотел атаковать, не? Или это мне показалось? Так, на дне. Дно проверили, ничего нету. Я тут, самолет. Самолет, я тут. Не, самолет пока на меня не реагирует никак. Но зато я сейчас, как только подрасту, я думаю, с этим самолетиком разберусь. Есть. Это его еще надо достать, ребята. Ну так давай, выпрыгивай, дельфиша. Есть. Думаю, не засчитали. Хоть одну звездочку, да. Заработали, уже неплохо. О, медузы. Медузы, обминай медузы. Я уверен, что их трогать точно нам нельзя. А маленькие можно. Малюпасенькие медузки мы скушаем. Так, очень малюпасенькие съедаем. А остальную эту обминаем большую медузу. О, все, уже можем такую. А, видите, как они жалят нас. Ух ты, и это нас пожалило. Давай, какие нам еще можно? Ребята, подсказывайте нам в комментариях, как вы проходите Tasty Blue. Вообще, играете ли вы в эту игру? Нравится она вам? По-моему, неплохая игрушечка. Как вы считаете? Такая даже интересненькая. Если вам интересны эти видео, можем какие-нибудь другие такие игры-поедалки снимать. Вроде можно там землю кушать или что-то такое там спасать. Что, все? Все, съели. Неплохо, неплохо прошли этот уровень. Дали нам 2 звездочки. Вау, смотрите, тут какой-то отдых. Кто-то на лодке плавает, тут русалочки какие-то плавают. О, смотрите, меня на лодке везут. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Покатались на лодке на халяву. Что, теперь подкрепимся рыбкой, да? Сейчас немножко подрастем и подкрепимся потом этой лодочкой. Ну что? Ух ты! Вот это морской котик. Или это морская свинка? Не знаю, ребята, честно, не особо разбираюсь в таких рыбках океанических. Пока меня устраивает вот эта мелюзга, которую я поедаю. Уже, кстати, могу чаек поедать. Опять меня катают. Эй, катай нормально меня. Так, давайте. Давайте мы немножко еще подкрепимся. Ай, хотел чаек скушать. Мне лодка помешала. Так, опять меня катают. Ничего, посмотрим, как ты будешь меня катать, когда я вырасту. Опа. Еще больше выросли. Ну что, можем кого-нибудь уже съесть из крупняка? Не, пока никого не можем. Только чаечек. И мелких этих рыбок. Мелкие эти рыбки, их очень долго, много, наверное, есть. О, 2 чайки сразу, ребята. 2 чаечки за раз. Такой дубль.
Есть еще один человек. Ну давай ты быстрее подрастай уже. Сколько уже можно? 1 метр вырос наш дельфинчик. Может, а можно еще глубже спускаться? Не. Вроде нигде больше нельзя на глубину уходить. Надо на чайки ходить, я так понимаю, они более питательные. Опа. Давай. 2 чаечки скушали, отлично. Не, эта лодка она мне только мешает, ребята. Из-за этой лодки я не могу нормально выпрыгивать на чаек. Видите, врезаюсь в дно лодки. Да давай ты кушай. Не, ребятки, подвиньтесь. Хватит меня уже катать. Я уже покатался вдоволь. Но. Да когда я этих дельфинов смогу есть? Ой, русалок. А, русалок, смотрите. Все. Часть дела пойдет, наверное, быстрее. О, я уже могу лодку немножко таранить. Отлично. Ну и, конечно же, не забываем про русалочку. Есть. Мы неплохо выросли, ребята. Ух ты, сколько тут русалок, смотрите. Работы непочатый край у нас, ребятки. Непочатый край работы. Очень много работы. Так, идем дальше. Всех съедаем. Кого... Ух ты, там целая стая, смотрите, целая стая их. Так, всех поели. А можем этих уже на лодках есть? Нет, еще лодки не можем трогать, ребята. А мы можем, зато, смотрите, кусты эти съедать. Есть. Кусты съели. О, все, пошли кораблики. Так, что? Все, выполнили уровень. Ну, я думал, мы его вообще не пройдем. Нам дали только 1 звездочку, слава богу, хоть что-то. Потому что как-то мы сильно затянули его. Так, а здесь что нам надо? Ух ты, жемчужинки. Ого, вы поняли? Давай. Опа, и уходим сразу. Опа, и уходим. Ой. Скушали и убежали. Скушали и убежали. А тут нету ничего. И тут тоже ничего нету. А вот тут уже есть. И все. И больше нигде ничего. Смотрите. Все, плавал. То есть мы только поедаем эти 3 жемчужинки. Блин. Ну. Давай. Есть, 2 жемчужины съел. Ай. Так, у меня 10,8 сантиметров размер. Ну, примерно половинку. 11,5. А если меня заденет, то станет... Ау. Немножко меньше. Нет. Где-то 0,3 отнимает сантиметра. Ну и сколько нам так надо будет есть? В общем, будем кушать эти жемчужины, пока потом мы сами их не съедим. Эти сами ракушки, я так понимаю. Да, как неудобно и как долго это все надо будет делать нам. Ой, есть одну съели. Отстанет меня. Ну давайте. Сколько уже можно? Я уже... Уже я вроде большой вырос, мальчик. Ау. Есть. Это схватил? Схватил. Ну же. Нет. Я так и знал, что не надо было. Есть.
Я уже большой стал. Ну, давай. Ай, зацепило меня, ребята. Нет, зацепило тоже. Есть, это чисто сработает. И это чисто съели. И это чисто. И это чисто. То это промахнулись. Опа. А нет, еще я не могу есть пока их. Или на этом уровне мне надо только есть жемчужинки. То есть он, наверное, так и закончится, как мы подрастем. Фу. Все, наконец-то. Ну, одну звездочку дали. Хоть одну. Так, что мы тут? Съедаем эту мелочевочку, все. Мелких хлебок этих. Так. Сейчас их скушаем и перейдем, наверное, на черепашек. Что, все, всех съели? Не, не, ничего не всех. Еще вот этих поедим. О, крабики. Сом, опять сом. С сомом у нас свои счеты еще с предыдущего уровня. Так, пока давайте. Не спеша будем есть рыбки. Какие-то голубые или синенькие рыбки. Кстати, рыбки как такого самого цвета, как наш дельфинчик. О, опять крабы. А, смотрите, крабы ползут к этому осьминогу. Все, начинаем есть тяжелую артиллерию этой черепахи. Ничего, осьминог, сейчас я до тебя доберусь, не переживай. Сейчас подъем рыбок немного, крабиков, черепашек, опять крабиков съедим, опять черепашек, рыбок и нет, сомика еще мы не можем, ой, осьминога. Пока только крабами питаемся. И черепахами, конечно. Ну. Все. Все, ребята. Ну что, ребята. Наверное, на этом у нас будет все на сегодня. Как вы видите, мы уже прошли большую половину этой игры Tasty Blue. И в следующих видео, я так понимаю, мы уже станем, наверное, акулкой. Вот еще немножко пройдем здесь. И уже будем играть за акулу. Так что смотрите видео на Никита ТВ Геймс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До скорого, пока-пока.